Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня тест нового героя вместе с сборочкой новой. Я вам покажу, расскажу сейчас, что к чему, куда и как. Сейчас единственное подрублю музончик. Без музончика это скучно рассказывать что-то. Так. Все, слился он, слился. А многие ребята просили показать сборку «Истинная вера плюс выживание». А что такая сборка дает? В принципе, она дает нам не УЯЗ, вроде как бы, но опять же, учитывая то, что кулдауны не совпадают, соответственно, я решил еще взять сюда дрога ко всему. Все равно это ничего не изменило, как видите. Герой получает молчанку, соответственно, у вас не будет работать выживание. Истинная вера тоже отхила вам не даст. Есть лисица, которая, скажем так, режет полностью весь ваш отхил. И плюс еще ко всему вашему герою надо добежать и включиться. Ну хорошо, когда есть такая вот фрая, которая там подкинула рядом юнита, и мы на нем зависли временно. Ну дальше вот смотрите, да, есть варианты, он оживает, хилит себя, но в большинстве случаев, сейчас мы конечно и побегаем эти большинство случаев и посмотрим, здесь герои без особого воодушевления, как видите, то есть нас не особо атакует, единственная лисица, как я понял, собрана на уклонение, соответственно, она не попадает, она нас толком и не замораживает. То есть, как видите, там мисс. Соответственно, мы получаем отхил, вроде казалось бы, от таланта, от эмблемы, от героя. Плюс я еще хотел найти обряд лечения, но я запарился, честно скажу, его искать. Слил 1000 коробок и просто тупо забил. Одни четверки падают, просто тупо неинтересно. Как видите, на практике такой вариант, ну, не особо актуален. У вас получается 3 секунды проходит, он уязвим 4,5. Если брать истинную веру, опять же, первых 2 секунды, то есть на следующий кулдаун у нас 5, на следующих аж на 7 включится. То есть есть разрыв, и этот разрыв вы никак не... А восполните, если бы так можно было делать, ну, вот такую вот сборку, то, наверное, все бы герои бегали вот такие вот. Потому что они были бы неуязвимы, особенно те, у которых есть иммунитеты. А у этого героя, к сожалению или к счастью, нету столько иммунитетов, как у других. Соответственно, если бы это было, он бы был бы реально очень имбалансным. Потому что то, что он творит, я вам показал вчера сборку... На подземке, вот реально на подземке лучше всего заходит ПДшка, плюс для того, чтобы там, где забор энергии, у нас идет железка, это самый оптимальный вариант был, плюс наролить там уклонение, и в принципе без питомца, без супер питомца можно свободно таким героем проходить. Касательно битвы гильдии, я тестировал сборку Огненка плюс ПДшка с священным судом. В итоге увидели, что он сливается, но ему не хватает обряда лечения. Но обряд лечения словить просто нереально, чтобы потестировать, но я думаю, это сделаю. Правда, неохота терять пару часов ролить эти созвездия, точнее чары. Но придется. Как видите, на практике вот вам результат. То есть он получает молчанку и, соответственно, да, сраки все иммунитеты, которые там, точнее, не уязы, которые мы ему дали. Да, он, по идее, должен себя хилить, он должен круто держаться, но вот этот вот разрыв, кулдаун, этот 1-2 тычки, его просто как героя нет. Вот у вас сработало недомогание. Я думаю, вам видно, сейчас он резнется.
А вот недомогание. Соответственно, отхила у нас никакого нет. У нас отхил единственное, что идет от... Насколько я понял, я не знаю, каким образом. Не, все равно везде нули, все. Когда есть этот, нули. Недомогание просто тупо убивает отхил от этих чар. Ой, говорю, ну, чар, ну, вы поняли, от таланта, от эмблемы. Ну, и от чарки там тоже усиление идет, соответственно. Единственный плюс в этом герое, то, что он может риснуться 3, там, 4 раза. Ну, не знаю, я максимум пока 4 наблюдал у себя. Поехали, попробуем такой вариант на подземке. Но, опять же, я говорил, тут лучше всего железка. Почему? Потому что вы сразу ловите орнитоптеров. И у вас герой просто тупо не включится. Он у вас не включится, забор энергии работает, стрелки, плюс душики, плюс если нападете еще на асуриков, соответственно, ваш герой без железки не включится. Выживание на сегодня, честно скажу, такой себе талантик. Не знаю, я, допустим, на бездонате у себя его использую на этом, на запределье, там мне нравится. Здесь, в топах, ну, я не знаю, я давным-давно не использую, потому что не вижу смысла, так как это все полностью режется. То есть отхил режется, этот не уяс ни о чем, по сути, вместо того, чтобы поставить, да, на героя огненку, врезать, грубо говоря, половину, больше половины дамага, добавить ему жизнь и еще дать дополнительно дамаг от отражалки вражеским героям, вы, по сути, просто делаете героя голым, все. Этот 2000, этот отхил, он будет работать у вас в определенных ситуациях, и то не всегда. Есть герои, которые понижают отхил, есть чарки, есть таланты. То есть вы нифига против этого не сделаете. Плюс питомцы, и в итоге у вас вот этот и эта эмблема, ну, по сути, нифига не дают. Да, вот истинная вера, она классная для барда, но для данного героя в данном случае это ни о чем. Вот просто тупо ни о чем. Выживание, ну, не знаю, это если у вас много уклона не будет, да, возможно, здесь на подземке этой, как вариант, вы можете поставить, почему бы и нет. Дамага у вас особо нет, у вас от железки сейчас будет дамаг, в принципе, вот, от железки дамаг, посмотрите, он сразу же моментально ушатался только что. Вот, второй раз ушатался. То есть здесь однозначно надо ставить ПДшка плюс железка, если у вас цель... подземки. Если у вас цель фарм, ну, как фарм, а если у вас цель битва гильдии, то все же я склоняюсь к выбору огненной защиты, так как это порежет и не даст столько дамага. Плюс там вариант либо ПДшка, чтобы он не сливался, если там отражалки, либо что-то интересное другое подумать, но такая вот сборка, она не особо актуальна. Даже если вы сюда поставите, опять же, вариант такой. Давайте попробуем. Сейчас чекну, или у меня вальс есть. Отлично, вальс есть. Вроде казалось бы, что еще надо, да, истинная вера, вальс, тоже вроде должно быть все круто. Поехали, ну поехали в рейды, сразу же залетим, посмотрим, что с этого получится. Не особо, как видите, миссают, попадают все-таки, ну сейчас посмотрим, ну здесь... Герой без воодушек, это не тот вариант. И то, посмотрите, уже слили раз. Сейчас второй. Землеройка тот же самый, он будет у вас попадать, чтобы вы не нацепили. Если стоит землеройка, однозначно самый лучший вариант, это когда у вас будет на герое деф.
Вот, героя просто нет. То есть такие варианты, ну, они просто бесполезны. Единственный вариант, я же говорю, это ПДшка плюс железка, это подземки. Если вы их не прошли, другой вариант это огненка, там уже эмблемы подбираете под героя. Потому что все остальное на сегодня, честно говоря, шлак. И для данного героя, даже если вы, он будет у вас в такой прокачке, в максимальной... В максимальном уклонении, я вам говорил, уклонение сейчас уже не настолько актуально. Все равно будут попадать, потому что титул дает нормальные точности. Вот точность 1700. Уклонение вроде 2300, да, но уклонение все-таки дает больше, чем это. И многие ребята правильно делают, они собирают на точность. Я многим говорю, собирайте определенных героев на точность, потому что от уклона, ну, по сути, толку никакого не будет. Вы противника и не убьете, и нифига не сделаете, и многие локации просто не пройдете. Ну, такой вот вариант, ну, такая сборка просто бессмысленна. Все, в принципе, пишите комменты, что вы хотите еще видеть по новому герою. Просили, показал. Все-таки актуальна та сборка. Единственное, хочу еще затестить его с обрядом, вытащить обряд лечения и посмотреть, как он будет с ним на максималке. Ну, а так, в принципе, я показал, где героя применять. Герой интересный, бездонатный. Один из тех героев, которые еще при всем шатают Фрей и всех остальных, потому что был тест, можете посмотреть, против других героев, герои реально достойны. Но опять же, для этого надо определенная прокачка. Все, пишите комменты, ставьте лайки, всем удачи, всем пока.